Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man. Это понедельник, это начало нашего нового пути. Да, у нас мы, короче, взялись за развитие канала и надеемся в ближайший месяц, если все. Короче, ладно. Вообще не об этом. Помимо того, что у нас новая эра, у нас еще и неделя началась с 60% перехода на строение. Ну, это, короче, в планах марафона, в рамках марафона, да. В котором Алиса участвует, а я как бы такой, типа, пиратский участник. Я как бы участвую, но только не участвую. Да, но первая неделя у нас сейчас вообще не будет отличаться. Да, конечно. Но я с утра пока и до обеда ничего не понял. То есть завтрак, обед, все то же самое. И ужин будет такой же, только просто без тофу. What you gonna do? Короче, ребзики, сейчас хочу вам показать, как я снимаю и одеваю одежду на протяжении уже многих лет. Что бы это могло быть, ребята? Это куртка, под которой толстовка, под которой свитер, под которой футболка. Все это я снял одним разом. Но смотрите, это реально правда. Но если я вот таким комплектом одеваю, то зачем одевать все это по отдельности и снимать по отдельности, когда можно это сделать вот так? Облом. Осечка. Ну это потому что рукавов нету, поэтому она слетает. А так вот все. Тут толстовка, свитер и футболка. Просто я не хочу одевать пуховик, там всего лишь 0... Или даже один, может на солнце даже 2-3 градуса. Люк. Пуховик стрёмно, да, одевать. А поэтому в безрукавке, а толстовка тонкая, поэтому там свитер. А здесь, чтобы еще теплее было, еще и футболка. Самая теплая футболка. Да, на которой написано: «Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет». Да вы еще не увидите. Ой, да. Поехали, побежали. А, суть-то в чем? Суть в том, что это не только по идее тема, но еще и по активности. Да. Каждый день нужно сколько проходить? Сегодня 3,5 километра. 3,5 километра. И мы пойдем пешком, машину оставим и пойдем. Планируем пойти до... Ну, да, до стадиона дойдем? Да. Чуть поболее. Тудым-сюдым, если еще и обратно. Ну, ноги подзабьют. Ну, мы побольше раньше ходили вообще-то. Ты вспомни. Я помню, как мы летом в Омске ходили, блин, до Икеи. До Икеи от СКК до Икеи, да, кто из Омска. То есть это 10 километров, по-моему, или 12, что-то, да, такое. Но там бездорожье местами. Вот такой пыли надышались. Да. Во-первых, через мост надо перейти. Потом ты идешь вообще... Тут дорога, а тут, короче, вообще ничего нету, ни тротуары, просто тупо по земле, где-то вообще по дороге приходилось. Потом идти. Вплавь через озеро, блин. А ты помнишь, как я на утках плавал? Капец, у нас одинаковые джинсы, одинаковые босфолы. Не одинаковые. Ну я по цвету. Дошли мы до стадиона, достаточно несложно это было, в очередной раз. Да, холодно. Зачастили мы к стадиону гонять, подумайте вы. А мы вам ответим, просто это единственное место такое, достопримечательность, ну, масштабное, красивое, которое ближе всего к нам. Ну и у которого мы не так много раз были. Ну да, ну относительно да, согласен. Фишка в том, что Алисе нужно отсылать отчет прям, реально скрин с приложения, с шагомера, что вот прошла столько-то за сегодня. И мы подумали, что неплохо даже сделать небольшой переплюв. Ну, только в мыслях это было, а потом на карте нашли здесь небольшое какое-то озеро. Ну, я не уверен, что это вообще туда можно найти, и озеро ли это. Короче, в Дубльгисе, вон там, вон дальше, за вон той заправкой, ну, вам ее вряд ли видно, где-то там в домах, есть какой-то водоем на карте. Да. И почему бы не пройтись до туда? Кстати, у нас сегодня праздник, ребят, 13 февраля. Понятно? Сейчас вот. Вы, кстати, увидите приколюшные дома. Да. Там такой район интересный. Мы там ездили, да. Да. Там дома, конечно, безумные. Чё, в Грецию попали, да? Неплохо. Пальмы. Как будто бы к Тони Сопрано приехали в гости. Тонь, Ти, открывай! Чё ты там? Стреляешь по мухам? Есть и такие простенькие. Ну как, знаешь, блин, простенькие, ну, уже не назовешь их простенькими. Да, да. Вот напротив здесь вот так вот. Вот так и живут краснодарцы. Так и живут. Как офигенно, что можно уже гулять, вот так вот дышать спокойно на улице, не морозным каким-то воздухом. Все хоть и прохладно, но все равно круто. Вот сейчас вообще прям самый сок.
У нас просто экскурсия сегодня по лютым домам Краснодара. Это, видимо, владелец там. Сейчас нам жопу порвет, скажет, ты что снимаешь тут? Вот это лють, конечно. Улица Баканская. Прикольно, так еще это вырезаю, чтобы видно. Да, было. Да, да. Вообще. А вот домик тоже прикольный. Он какой-то из... какой-то... А мне этот цвет напоминает почему-то, ну мне так кажется, что где-нибудь там в Испании в какой-нибудь, да, такие, да, домишки. Даже больше в Португалии. Да-да-да, терракоты, это какой-то мексиканский даже, возможно. Ощущение такое, что в Краснодаре, ну, дома такие частные строят, конечно, богатые люди и со вкусом. Потому что приезжают сюда одни не самые бедные люди. Да, кроме нас. Из Москвы, из Питера. Да, кто не из Омска, тот, короче, мутит вообще лютейший. Вот прикинь, если это жилой дом будет. Нет. Частный сектор лютый. Тут же бабах, там высотка. Ой, какая улочка клевая тоже. Не забыл, куда нам идти. Ну, пойдем дальше. Ребята, есть и территория, в принципе, не освоенная. Участок свободный. Вот, а там вот, правда, классный домик. Алисе нравится. Че, будешь покупать его? Нет, большой слишком. Ну да, это что-то. Там собака, смотри, какая овчарка. Да, я видел, видел. Но отсюда мы не зазумим. Вот, смотрите, какой классный дом. За ним тут же рядом еще один домик. И, блин, вот мне такие нравятся, если честно. Они какие-то... Не-не-не-не, караэт не нравится. Нравится, когда у него вот эти вот чик-чик пики такие. Вверх раз, еще одна. Мы просто идем и слюни пускаем. Потому что здесь не просто забор клевый, там... А, и нам не получится посмотреть, да? Ну там, короче... Какой-то лютый дом. Ой, тут камеры. А мы вас тоже снимаем. Мы, ребята, вышли к этому озерцу. А, здесь можно прям пройти. Я думаю, что это еще сейчас. Летом, конечно, не так это все воспринимается. Ну да, да, да. Круто, у вот этих людей будет вид хотя бы на какое-то озеро. Да, и летом, естественно, здесь... Ого! Вообще нормально у кого-то беседочка. Свой вход в это озеро. Да-да-да. Катамараны здесь можно какие-то. Здесь вон мерзло, а вон там ветер дует, видишь, не замерзло. Да, да-да-да. Сзади еще лютых домов валом. Вообще в каждом районе... О, кстати, вот купаться запрещено, по льду ходить опасно. Но не запрещено. Вот. Летом здесь, конечно, все это озеленится и будет круто. Да, здесь по-другому сразу. Можно будет сюда как-нибудь вернуться, когда, правда, будет теплее намного. Вообще, мы даже не знали, что здесь какое-то озеро есть. Вот, а на карте, главное, вот оно, просто голубое пятно. Чего не посмотреть, да? Ну да. Круто. Можжевельник классный. Это вот, который вот этот вот? Да, да. Дерево? Да. Дерево, я дерево. Знаете, это не то, что не мотивирует, а вдохновляет, когда гуляешь. Ну, типа, с одной стороны, кажется, типа, мы ходим и глазеем, как дебилы. А что делают туристы, когда приезжают в какую-то страну? Они тоже ходят и глазеют, тоже, нихера себе здание, вот у нас в Урюпинске такого нет. Ну, Урюпинск как бы там, ничего личного. Вот. Так же и мы просто ходим и офигеваем. Вот просто, ну, что за... Очень круто смотрятся... Что за замок? Очень круто смотрятся те дома, на территории которых есть вот разные какие-то деревья. Даже да. Здесь они сейчас лысые, но это классно смотрится. Да, да. Вот здесь тоже мрачно, там, готично. Здесь елки очень красивые. Ну, я по сравнению с сибирскими имею в виду. Ну да, они пушнее как-то. Да, в Омске они просто одна палка и две ветки торчит, и все. Но они все, не все. Самый маленький из здешних. Чего я раньше, кстати, так не настроил картинку, а то у вас было все темное. Он вообще просто... Ну, это кажется маленький. На самом деле, мне кажется, он, ну, огромный. Тут же многоквартирный домик рядом вот со всеми этими. Ну, вот реально греческий стиль. Похож. А тут вообще какой-то, типа, арабский, что ли, я не знаю, вот эти вот арки. А тут бригада скорой помощи. Огромный дом с огромной территорией, чисто сад у людей. Прям сад, именно сад. Странно, что... Не огород. Да, странно, что забор открытый. Да, типа, ходи, смотри. О, здорово. Очередной, да-да-да, когда много углов, много входов, какие-то перепады, весь он рифленый такой. А? Вот сюда смотри. Офигенный. Ребята, знаете, здесь был Андрюша, аккуратный. Алиса сказала это вообще, я молчу. Вышли обратно к стадиону.
Идем теперь по аллее по этой пойдем. И холодно, если честно, уже подзамерзли. Уже и уши даже продувают, руки. У меня даже вот здесь руки замерзли. Ребята, мы пришли домой. И мы замерзли. Мы замерзли, у меня уши начинают стрелять. Все-таки холодный воздух. Хорошо, хоть в шапках мы. Вы видите, да, объектив тоже подзамерз. Потому что мы все замерзли. Весь фотик замерз. Короче, ладно, я выключаюсь, а то вдруг еще что, конденсат какой-нибудь образуется. Ребята, мы давно уже дома посмотрели кучу-кучу серий «Сопрано». Я написал 2 статьи на сайт. Мы Алискин сайт до сих пор еще не сделали. Давай сегодня сделаем, а? В общем, camwithman.ru, blogvlog.ru. Чекайте в описании оба сайта. Сейчас, короче, включаем Табата. Кто такой Табата? Что это фамилия чувака, который все это там целое исследование провел? В общем, Табата таймер — это очень клевая штука. Это тренировки короткими четкими интервалами, с короткой передышкой. 20 секунд работа, 10 секунд отдых. Таких 8 кругов. 8 кругов на одно упражнение, например. Сегодня начнем с Табата. С бурпи или бёрпи по-разному называют. Короче, у Алисы своя будет Табата, она вот за кадром. Вот. С ковриком я планирую бёрпи, приседание и планку. А я буду, наверное, на приседания, икры, планка. Господи, что я еще хотела? Спину мне нужно поделать обязательно. Еще 5-е, да, получается? Ты же 20 минут будешь делать? Я буду 16 делал. А, ну все тогда. Погнали? Да. А вообще можно чередовать. Допустим, один, то есть 8 подходов. Один делать бурпи, второй, ну, там выпады какие-нибудь, третий планку. Итак. Последний. Тянемся. Да прибудет с нами сила! Мы рыцари жида, мы борцы со злом. Поджигает. Ну и тоже тянуть не забывайся. Вот так вот. Раз. Лучше куда-то, конечно, упереться. Ребята, идем на психопатический шаг. Бурпи! Сейчас у меня 7 потов сойдет. Я все, ребят. Табата. Вещь. Откройте онлайн любой протокол Табата, таймер Табата. Приседания, планка, икры и бёрпи или бурпи, как там они называются. Бёрпи, наверное. Да по-разному. Ладно, все, вырубаем. Алиска еще занимается. Тебе еще Табату врубить надо? Нет, не надо. Вот так вот, вот, чтобы вы как бы не подумали, что мы врем. Мы никогда не врем, потому что врать – это себе в тарелку срать. Новая цитата! Новая цитата? Ребята, вот до чего доводит краснодарское испепеляющее солнце. Видите, что у нас как свеча наша? Бедный шар, он был просто классный, красивый шар. Куда поставим? Не знаю, пусть комната греется. Ну да, холодно. Кстати, Дима Гусев. Дима Гусев на экране. Дима Гусев тебя определил фотоаппарат, твое лицо, так что твое лицо, значит, человеческое, не гусиное. Так что все норм. Блин, устали капец, да? Ужас. Это сейчас была постанова, потому что только что я выключил камеру. Алиса такая, блин, я так устала. Я выключил камеру. Я, давай еще раз говорю. Нет, не буду. Ребята, все. Будем на сегодня с вами прощаться. Увидимся с вами завтра. Завтра вторник. Я думаю, у нас какая-то движуха будет другая. Я не то, что думаю, я знаю. А в спортзал-то пойдем? Да, давай завтра в спортик. Нет. Нет, завтра не... Завтра вообще 14 февраля. Ну, вообще-то мне завтра влюблённых. Дофига маффинов делать. Да, да. Извини, но ты сама на это пошла. Вот, кто еще хочет, в общем, ну, вы в курсе. Там, в Инстаграм Алискин зайдите, все поймете. Все, друзья, посещайте наши сайты. Там оригинальная тема. Посещайте наши всяческие сети. Ну, лучше Инстаграм, конечно. Ну и в паблик заходите. Я сейчас засну.
А мы, да, сейчас будем спать. Все, до завтра, друзья. Спасибо всем за просмотр. Покеда! Ask y'all some beaches.